Ну а в ООН тем временем подсчитали количество террористов во всем мире. По данным Всемирной организации, их около 30 тысяч всего лишь. Это выходцы из 100 стран. Впрочем, по оценке независимых экспертов, эта цифра занижена, причем примерно в 10 раз. В ООН подчеркнули, что ни одна страна в мире не способна в одиночку противостоять такой угрозе терроризма. Призвали собраться и бороться. Также в ООН отметили, что за 30 дней священного для мусульман месяца Рамадан боевики ИГИЛ совершили и организовали почти 400 террористических актов, причем в 16 странах мира. Во Всемирной организации констатировали, что, к сожалению, в ближайшее время мир не станет более безопасным местом и стоит ожидать новых атак.